Новые игроки. Один из них солдат. Он нигде не может найти себе места. И быстро выходит из себя. Но у него есть плохая привычка. Он защищает себя так, будто это дело чести. Поэтому он каждый раз встает, когда падает. Примите мои соболезнования. Девушка, которую я убил, наверное, была дорога вам. Я понял это, когда увидел, как вы рыдали. Она была особой мишенью для меня. Обычно это страшные, омерзительные, дряхлые старикашки. Но эта девушка была прекрасна, не так ли? Убить ее было истинным удовольствием для меня. Другой игрок — обманщик, мошенник. Он хочет все на свете. Его легко подкупить. Но у него есть плохая привычка. Он бежит от чего-то и от кого-то. Он сделает все, чтобы убежать. Но если человек возьмет его к себе, однажды он предаст и его. Нет, нет, нет. Нет. Ничего не изменилось. Мы все те же. Видишь? Я никуда не уходил. Нет. Нет. Привет, дружище. И еще один. Преданный дядя Рамизу. Он ученик Рамиза. И никто не знает, кто он на самом деле. Омер? Нет! Мы пройдем мимо него и придем к старому приятелю. Это легко. Новые игроки. Новая игра. Но настоящий соперник. Среди них старый. Очень старый друг. Я показал тебе разницу между ним и мной. Ты понял? Я передам все, что вы сказали господину Кинану. Забудь об этом. Можешь ничего не передавать. Новички думают, что они могут решить все своим умом. А старожилы не ставят точку в предложении, не вложив в него смысл. Возьми. Возьми! Новички отдают приказы другим, а старожилы, как я, знают, что делать, и действуют сами. Но есть небольшая проблема. Сколько бы я ни планировал, я не могу вернуться в самое начало. Я не могу вернуть день, когда он пришел впервые. Рамиз Карайский, дядя. Я не могу уничтожить тот день, когда он сделал шаг до того, как сделал его я. Это невозможно. Что скажете? Я подхожу для работы, господин Кинан. Не знаю. Я мечтаю о невозможном. Вы сделаете невозможное возможным? Не думаю. Но теперь я здесь, и, может быть, вам повезет. We'll be right back.
Не может быть. Разве такое может быть? Ничего себе. Что происходит? Я хотел побыть с тобой наедине. Мы можем поговорить о прошлом. Ты с ума сошел? Хватит, оставь меня в покое, придурок, ладно? Как оставить тебя, Джингис? Ты ведь мой кровный брат. Хватит, довольно. Ты где? Ты ушел? Давай сыграем в игру. Ты задавай вопросы, а я буду отвечать. Спроси об Умере. Брат. Прочь. Пошел прочь, прочь, прочь! Спрашивай. Спроси о том, о чем никто не знает. Мы как-то повздорили с Умером, и он ударил меня. Почему? Я никогда не бил тебя, Джингис. Я никогда не поднимал на тебя руку. Спрашивай. Спроси о том дне, когда мы впервые пошли в кино. Откуда мне знать? Откуда мне знать? Я не помню. Зато я помню. Фильм «Челюсти». Под открытым небом. Ты закрыл глаза от страха и спрашивал меня о том, что показывают. Это Умер тебе сказал? А откуда ты его знаешь? Откуда? Спрашивай, спроси, о чем никому, кроме тебя, он не рассказывал. Вот, нашел. Что сделал Умер? О чем он никому не рассказывал? Что он такого сделал? Расскажи мне, что он сделал? В средней школе был мальчик по имени Селим. У него были часы красивые и дорогие. Я сказал тебе об этом. И на следующий день ты из-под полы достал эти часы и отдал мне, сказав: «Это тебе, братишка». А ты что сделал? То есть Умер что сделал? Я оставил их себе, никому не сказав. То есть я украл эти часы. Что произошло с этими часами дальше? Мы отдали часы Берку. У него были комиксы «Мистер Ноу» с самого начала до конца. Мы отдали часы в обмен на них. Потом мы прочитали их. Боже, что я говорю? Продолжай, спрашивай. Ты как-то принес сэндвичи в гараж, спроси меня об этом. В моей комнате была тумбочка для тебя, спроси об этом. Откуда ты знаешь? Спроси, как мы росли. Спроси, как обещали приходить на помощь друг другу. Как мы стали кровными братьями, спроси об этом. Однажды ты украл деньги из вазы, и мой папа накричал на тебя, сказал: «Убирайся!» Не может быть. А что я сделал? Спроси, спроси! Ты встал между нами и сказал, что он никуда не пойдет, потому что я член вашей семьи. Просто я самый озорной в семье. Ты сказал, я твой родной брат. Родной брат. И если он уйдет... Если он уйдет... Он... Я тоже уйду. Ты это он? Это ты, дружище? Не может быть. То есть ты не умер? Ты вернулся. Спрашивай, брат.
Спрашивай. Почему, Джингис? Ради Эйшан? Только ради нее? Это был я, Джингис. Я твой друг. Ты убил меня. Я делился с тобой всем. Я защищал тебя ото всех. Это был я. Почему? Почему я? Потому что ты такой. Ты завидовал мне? Потому что ты мой друг. Что бы я ни делал, ты оставался моим другом. Ты впустил меня в свою семью. Ты делился со мной всем, что у тебя было. Ты мерзавец, ни разу не подставил меня даже. Потому что ты такой. Жизнь, как у тебя, без проблем, это круто. Потому что ты такой, дружище, слишком хороший. Поэтому я сделал это, потому что ты каждую секунду, каждое мгновение напоминал мне, кто я на самом деле. Я сделал это, потому что я никогда не смогу быть таким, как ты. Я видел, какой я подлый человек, когда смотрел в твои глаза, Омер. Поэтому я сделал это, дружище. Ты даже представить себе не можешь, как я презираю себя. Почему ты не уходишь? Почему я не могу избавиться от тебя? Почему? Почему ты не умираешь? Почему я не могу убить тебя? Почему ты такой? Как это? Как я промахнулся? Как? Ты один. А я не один. Не один. Нападай, используй нож. Нападай на меня, нападай. Разве ты не за этим пришел сюда? Давай, действуй. Давай! Я не так опытен, как вы. Если я нападу, вы убьете меня. Я это знаю. И что ты скажешь своему хозяину? Отвечай. Скажу, что вы устроили мне ловушку. Разве человек, устроивший ловушку, будет делать это? Держи! Теперь нападай! Давай! Воткни в меня нож! Но он воткнет в меня нож? Нет! Почему? Он не смотрит тебе в глаза, избегает твоего взгляда, дядя. Почему? Он не верит. Не верит, что сможет убить тебя. Но он моложе, у него в руке нож, а в моей ничего нет. Почему он не верит? Урок первый. Первое правило сражения. Не держать нож, а оказать сопротивление тому, кто с ножом. Знает время.
Не тот, кто с ножом, а тот, кто держит сердце человека. Я спрошу о времени не у врага, а у него. Я спрошу у него, время пришло? Время пришло? Разница между новичками и старожилами в том, что если человек сражался достаточно долго, если очень любил, если жил богато, о многом сожалел, тогда он знает, что время пришло. Ну так что ты скажешь своему хозяину? Я тебя слушаю. Скажи, молодец. Кая? Привези домой. Привези домой, Кая. Сегодня мы избавимся от правил. Подойдите ко мне, я покажу вам кое-что. Прошу вас. Посмотрите, который час на станции. Два часа. Два часа. Прибывает поезд. 8 сентября 1971 год. Что-то связано с этим моментом? А как же? Вы бы хотели изменить какое-то мгновение в вашей жизни? Хотела бы. Вы пытались вернуть это мгновение? До сих пор пытаюсь. Поэтому я здесь. Мы еще поговорим об этом. С вашего позволения, я пойду и исправлю то мгновение. Наконец-то я дождался. Пожелайте мне удачи. Добро пожаловать, брат Рамис. Я, ничего не предпринимая, ждал тебе 30 лет. Ты снова можешь сказать последнее слово. Посмотри мне в глаза, брат. Время пришло. Пришло. Это не он, Кая. Ты привез не того человека. Не могу поверить. Отныне я буду преследовать тебя. Ты будешь убегать, чтобы я мог догнать тебя. Жди меня каждый день. Ты даже не поймешь, откуда я появлюсь. С этого времени мишень ты. Понял меня? Бойся меня. Ва, твой убийца! Забирай! Тимус? Кстати, кажется, это...
принадлежит ему. Отрезал. Он отрезал мне указательный палец. А это предатель. Ты использовал силу и проиграл. Ты использовал насилие и проиграл. Ты использовал предательство и проиграл. Эзель Байрактар, Рамис прекрасно воспитал тебя. А где же он сам? С этого момента между тобой и дядей есть я. Но так неинтересно. Я пришел передать последнее наставление дяде. Какое? Али! Али! Он Омер! Эзель, это Омер! Откуда ты знаешь? Он тебе сказал. И что теперь будет, брат Али? Омер жив! Что теперь будет с нами? Бахар. Ты имеешь отношение к случившемуся? Говори правду, Джингис, имеешь? Нет, клянусь, я клянусь, нет, Али, ничего подобного. Разве такое возможно? Это же Бахар! Бахар! Он заставил меня смотреть. Этот подонок заставил меня смотреть. Я ничего не мог поделать. Я хотел быть с вами. Пожалуйста, поверь мне. Теперь вы объединились, да? Теперь ты снова с Омером. Он простил тебя, да? Он и Айшан простит. Вот увидишь. И только я останусь в стороне, да? Али. Брат Али. Что будет со мной, брат Али? Ты в итоге получишь наказание. Почему я должен принять это? Потому что я здесь. Вы думали, что сегодня все закончится? Поэтому вы нарушили главное правило. Ничего не было связано с вами. Нельзя было приблизиться к вам. Но сегодня двери вашего дома распахнулись. Сегодня вы стали досягаемы, господин Кинан. Умно. Ты уязвим, когда начинаешь думать, что выиграл. Рамис говорил вам об этом? Я так понимаю. Я сказал ему об этом. Я позвонил в полицию. Они едут. Вы согласны? Я прав, Эзель. В нашей истории прав я. Не он. Вы не верите мне, но однажды поймете. Прав я. Знаю. Это его последнее наставление. Кому мы причиняем зло, желая отомстить? Что мы делаем? Кем становимся? Где находимся? Здесь. Мы? Мы.
Я ничего не делаю, потому что ты так сказал, Омер. Позволь. Он убийца Бахар. Гореть мне в аду, но сначала позволь закончить это дело. Али. Говори, брат. Больше не называй меня Омером. У меня с вами есть незаконченное дело. Сначала закончим его. Эйшан? И до нее дойдет очередь. Ладно. Будете навещать меня? Время от времени. Али, принеси мне как-нибудь рулет, хорошо? А ты принеси карты. Договорились? Как в старые времена. Может, начнем все сначала? Нельзя? Неужели это невозможно? Возможно ведь. Мы можем начать все сначала. Что происходит? Это он убил Камиля Чалыджа. Он убил Бахар Тисджан. А также Реджепа по кличке Кандыралы. Он признался в том, как свалил вину на Джингиза Атая, как похитил его из тюрьмы, чтобы потом убить. Омер, я свободен, Омер? Ты сдашься. Потом будет суд, и тебя освободят. Зачем ты это сделал? Невозможно. Невозможно забыть. Невозможно любить. Невозможно отказаться. Невозможно проиграть. Невозможно проиграть. Получилось? Идите за мной, прошу вас. Я хочу вам кое-что показать. Вы любите цветы? Я обожаю. Зачем мы сюда пришли? В прошлом году я посадил один цветок, но он стал болеть. Все листья опали. А теперь посмотрите, будто ничего и не было. Вы только посмотрите на него, а? А. Этот цветок я посадил 2 дня назад. В тот день, когда умерла ваша сестра. Этот цветок станет самым прекрасным цветком моего сада. Таким, какой была ваша сестра. Кто вы? Чего вы хотите? Сначала скажите вы. Чего вы хотите? Мне нужен человек, который убил мою сестру. И кто же ее убил? Я не знаю. Я знаю человека по имени Рамис Карайски. И знаю его человека по имени Эзель. Они забрали у меня все, что было. Что вы знаете обо мне? Я знаю, что вы их враг. Я знаю, что вы помогали моему мужу. Я знаю, что вы можете все. Никто на это не способен. Кроме того, я не верю в насилие. Я презираю насилие. В моей жизни есть только поезда и цветы, и все. Вы мне не поможете? Я попытался. Я посадил для нее цветок и буду о нем заботиться. Кто вы? Какое вам дело до моей сестры? Цветок, видите ли? Это она? Нет, это не Бахар. И ваши игрушки все вымысел. Время не вернешь. Я жажду мести, мести! Ребенка!
Извините. Я пришла не по адресу. Я ожидала увидеть другого человека. Желаю вам приятного садоводства. Посмотрите вокруг, Эйшан. Что вы видите здесь? Цветы. Дурацкие горшки с цветами. Это цветок для Бахар. Кем была Бахар? Человеком, которого вы любили, но она умерла, не будучи виновной. Не так ли? Посмотрите вокруг. Здесь много цветов. Сначала наши любимые рядом с нами. А потом, когда мы начинаем мстить, мы теряем всех по одному. Знаете, раньше здесь было пустое пространство. Но потом я начал сажать эти цветы один за другим. Один цветок для каждого, кого я потерял. Теперь они окружают меня. Как прекрасно, не правда ли? Это сад моей войны, Эйшан. Это кладбище. Ну да ладно, расскажите мне немного об Изеле. Он простил нас. Он простил нас, приятель. Это действительно Омер. Черт, несмотря ни на что, он простил нас. Не просите у меня прощения. Я не верил, что этот день настанет. Отомстить вам было невозможно. Но один человек научил меня достигать невозможного. Ты остался безработным. Ну и что? У тебя не осталось друзей. Тебя предали. Ты опозорился. Так и есть? Теперь у тебя нет власти, авторитета. Я говорил тебе подумать о такой участи. Али, которого никто не уважает и не боится, бессильный Али. Ну и пусть Омер, то есть Эзель. Плевать мне на все это. Ты жив, остальное ерунда. Но это еще не все. Ты потерял любовь. Ты потерял Бахар. А ты? Ты пошел на многое ради денег. Но все, что ты нажил, стало моим. Ты поверил мне и назвал своим лучшим другом. Сначала я забрал у тебя деньги. Затем дом, машины, отель, жену. Я забрал у тебя Эйшан, Джингис. Это было самое легкое. Она тебя никогда не любила. Она вышла за тебя ради сына, ради моего сына. Она терпела тебя ради меня. Я сделал с вами то же, что вы со мной, ни больше, ни меньше. Не просите прощения у меня. Просите у них. Вы забрали их сына. Разрушили их жизнь. Теперь идите и просите у них прощения. Омер, прошу, отойди от меня. Не упоминайте обо мне при них. Идите. Мы пришли, чтобы... Мы пришли... Что еще вам надо от нас? Я не знаю, как сказать. Тебе стыдно, да? Зачем вы пришли? Нарт.
Мы получили наказание. По крайней мере, я. Видит Бог, я получил наказание. Сполна. Хорошо. То есть мы в расчете? И вы поняли, что пережили мы? Нет. Скажи что-нибудь, Джингис. Чего ты на меня уставился? Что такое, брат Али? Нечего сказать? Не можете себя пересилить? Ничего не скажете? Так и будете молчать? Сынок! Видела бы ты их лица, мама. Зачем вы пришли? Мы пришли просить прощения. Ну так просите. Дядя Мунтас, мы... Смотри мне в глаза. Дядя Мунтас, мы... Дядя, мы... Мы... Скажи что-нибудь, Джингис. Что сказать? Они все равно не поверят. Никто в этом доме не поверит мне. Вы же не поверите. Что будет, если я встану на колени? Если я скажу, что я действительно расстроен, что я сожалею, что будет? Ты думаешь, они мне поверят? Джингис, вы поверите? Дядя Мунтас, ты поверишь? Я любил твоего сына. Но я должен был сделать это. Ты мне поверил? Тетя Мелиха, а ты? Ты была мне ближе родной матери, клянусь. Мерт, я вижу Амера в твоих глазах, братишка, дорогой мой. Я убью тебя! Мерт! Джингис! Мерт! Джингис! Мерт! Джингис! Ты с ума сошел, черт тебя возьми! Мерт! Спасибо, Джингис. Али, и тебе спасибо. Как хорошо, что вы пришли. Кто вы такие, чтобы смотреть в глаза моему прекрасному мужу? Кто вы такие, чтобы сожалеть? Как вы смеете говорить о любви к моему сыну? Как вы смеете говорить, что сожалеете? Хорошо, что вы пришли. Наконец-то! После стольких лет вы показали нам свое истинное лицо. Змеи! Змеи! Тетя Мелиха, довольно! Прочь! Прочь из моего дома! Когда я вышел из тюрьмы, то первым делом купил себе пистолет, чтобы прикончить вас обоих. Почему не прикончил? Не смог. Вы двое мои лучшие друзья. Я не смог этого забыть. Я не забыл. А вот как вы могли забыть? А? Как вы забыли? Омер. Не называй меня Омером. Где ты видишь Омера? Где? Самое худшее, что вы сделали с Омером, это то, что превратили его в Азеля. Мы ни в кого тебя не превращали. Закрой рот, заткнись. В день смерти Бахар Али. Брат. Я понял. Ты сказал мне, Али. Ты сказал, что не видишь во мне Омера. Ты был прав. За кого мне теперь мстить? С местью покончено. Ты отпускаешь нас? Вот так? Сразу? Да, Джингис, вы свободны. Катитесь на четыре стороны. Что я говорил тебе? Вы начнете все с самого начала. Вы поняли, о чем я? Это означает, что до сегодняшнего дня вы не жили. Больше нет этого района. Больше нет казино. Ресторанов, в которые вы ходили, улиц, по которым вы гуляли, друзей, которых вы приветствовали, ничего нет. Тефо. Он стал лучшим твоим другом, не так ли, Али?
ТФО больше нет. Все, что было у вас в прошлом, не существует. Вы свободны в этом смысле. Понятно? Зуб за зуб, значит. Понятно. Погоди минуту, погоди. Что значит «понятно»? Что значит «договорились»? Ты говоришь о том, о чем я думаю? Что у тебя было в прошлом? Семья? Ее больше нет. У тебя была жена, Джингис? Ты больше не увидишь Эйшан. У тебя был ребенок? Теперь его нет. Так не пойдет. Не пойдет! Ты не увидишь Джана. Никогда. Нет, 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 Изель, слушай, Изель. Тебе этого не понять. Только не Джан, только не он. Это несправедливо. Несправедливо? У меня есть сын, Джингис. Я сидел в тюрьме и не догадывался, что у меня есть сын. Несправедливо, да? Еще как несправедливо. Погоди, выслушай меня. Что мы можем тебе сказать? Ты имеешь право, мы ничего не можем тебе сказать, но прошу тебя, ты ведь не такой, как мы. Джан мой сын, я растил его, я воспитывал его, он мой. Джан моя душа. Джангис! Подожди, подумай ради всего святого, подумай о нем, представь, что будет с ним. Будет трудно. Но я все преодолею. Я изменюсь. Честно, я изменюсь. Я заслужу Джана. Я стану совершенно другим человеком. Я изменюсь, Изель. Ты не можешь требовать этого, Изель. Не можешь. Я тоже заслужу быть рядом с сыном. Постараюсь стать хорошим отцом для него. И потом однажды обниму его. Вы забрали у меня все, Джингис. Но ты отдашь его. Джан мой сын. Ты вернешь мне сына. Договорились? Ах, Омер, ах. Договорились? Договорились. Договорились. Как аукнется, так и откликнется, Джингис. Он имеет право. Как ты думаешь, куда он пошел? Наивный дурачок Али. Думаешь, к Джану? Как бы не так. Ему нужна Эйшан. Эйшан. То есть? Мы все полюбили Эзеля. И Джингис, и Джан. И я. И потом... И потом я оказалась здесь. Вы ничего не скажете? Ух ты! Хамиде Ханем, пожалуйста, принесите мой пиджак. Кстати, вы сделали печенье? Так нельзя, вы только вчера ели. Но сегодня я не ел. Ну, прошу тебя. Скажите что-нибудь Кенанбею. Печенье сладкое, боюсь, как бы чего не случилось. Ничего не будет. На этой неделе я больше не буду просить. Даю слово. Две печенюшки в начале дня. Разве это много? Я работаю как вол. Я заслужил это. Ну, не так ли? Ну... Я ожидала увидеть совершенно другого человека. Да? И кого же вы ожидали увидеть? Не знаю. Чопорного, непреклонного. Я думала, что у вас много телохранителей. Мрачный, страшный дом. Но здесь очень похоже на... Как сказать? На дом. Верно, это мой дом. Извините, если я оказался не тем, кого вы хотели увидеть. Но и Эзель оказался не тем, не так ли? Мы всю ночь говорили об Эзеле, и что мы знаем о нем?
Ничего. Ничего не знаем. Спасибо. Спасибо. Как и о вас? Обо мне? Мне нечего скрывать от окружающих. Моя жизнь у всех на виду. Сейчас у меня собрание после встречи с министром. Потом я еду на телеканал давать интервью. И после я встречаюсь с делегацией из Китая, если мне память не изменяет. Тяжелая жизнь. Тяжелая, да, но прекрасная. Знаете что, Эйшан? Что бы ни происходило, какие бы неприятности ни были, жизнь прекрасна. Прекрасна. Несите печенье, госпожа Хамиде. Ну, пожалуйста. Ахмед отвезет вас, куда пожелаете. И что дальше? Дальше? Посмотрим. Я сделаю все, что в моих силах. Доброе утро, Кая. Как дела? Доброе утро, господин. По поводу вчерашнего... Не надо. Новый день, новая игра. Где он был? Он никуда не выходил. Сейчас он в офисе. Позвони ему, если пойдут гудки, дай мне телефон. И когда выйдешь, скажи, пусть поменяет музыку. Надоело. Брат Рамис, видимо, вчера я не смог вам объяснить. Эзельбей, мы только что говорили о вас с госпожой Эйшан. Я точно не смог объяснить. Эзель, вы считаете, что я ваш враг? Может, мы с вами заключим пари? Нет. Когда все закончится, мы с вами будем идти рядом, как в фильме «Касабланка». Рука об руку, плечом к плечу. Больше не звоните дяде. Передайте ему кое-что от меня. Есть то, что принадлежит ему. Я хранил это как зеницу ока. Хочет ли он вернуть это себе? Я передам ему. Что он имеет в виду? Не бери в голову, Эзель. Забудь. Идем, племянник, прогуляемся. Немного. Племянник, мы с тобой прошли огонь, воду и медные трубы, верно? Ничего другого вспомнить не могу, дядя. До меня дошли слухи, что ты теперь предпочитаешь не помнить, а забыть. Несите. Я поступаю неправильно? Пойдем присядем. Понятно. Говори, дядя, в чем моя ошибка? Я говорю то, что слышал, племянник. Ты подарил свободу Алии и Джингизу. А что мне оставалось делать? Убить их? Многие люди погибли. Хватит. Сейчас ты пойдешь к Эйшан, не так ли? И что ты ей скажешь? Расскажу ей, кто я. Потом... Потом? Говори, дядя, что у тебя на уме? Говори, я знаю тебя. Ты скажешь, что я прощу ее, что она змея, что я погублю себя. Говори все, что хочешь сказать. Я очень устал. Говори. Об этом я тоже хотел сказать. Эта женщина действительно змея.
Но ты скажешь, что она сделала это ради сестры. Что она не такая, как все. А что скажешь ты? Ты считаешь, что она выбрала семью. И спрашиваешь себя, неужели я поступил бы иначе? Ты спрашиваешь, был ли у нее выбор? Ты столько лет хотел отомстить этой женщине, а теперь ты идешь у нее... Нет-нет, все не так. Ты так считаешь. Именно ты так считаешь. Ты задаешь себе эти вопросы. Разве я не прав? Да, дядя. Да. Я задаю себе эти вопросы. Но это невозможно. Столько лет презрения, столько лет страданий, переживаний, разных мыслей. Это невозможно. Это невозможно, но я задаю себе эти вопросы. Что поделать? Это грех? Скажи, ты разочарован? Несите. Я скажу тебе, скажу. Мы с тобой прошли длинную дорогу и тяжелые испытания, не так ли? Ты хочешь все бросить и уйти. Ты хочешь отпустить людей, которые уничтожили тебя. Теперь ты не хочешь идти по выбранному пути. Ты хочешь свернуть с него, с намеченного пути. Дядя, ты передумал мстить. Ты хочешь забыть о стольких годах борьбы и просто отойти в сторону. На самом деле, ты хочешь уничтожить Омера и отойти. Вот что ты хочешь. И я говорю... Будем здоровы, племянник. Будем здоровы. Я желаю тебе удачи. Тысячу раз браво. Я говорю, что мы проделали большой путь. Пора остановиться и отдохнуть, отпраздновать, повеселиться. Я прав, племянник? Пусть печаль наконец исчезнет с твоего лица. Пусть в твоем сердце поселится надежда. Давай отметим это. Ты сейчас серьезно говоришь? Да. Ты сделал все, что смог. Тысячу раз тебе браво. Сказать тебе кое-что. Ты знаешь разницу между тобой и Кинаном? Ты, племянник, все понял в конце пути. Давай. Давай отметим это. Чалым бакалым журдан. Нечели бы шей олсун. Это радость, а не печаль. Завтра после обеда будь у Едникопы. Если мы посадим тебя на один из этих больших кораблей, дело будет сделано, а дальше будет как суждено быть. Хорошо, хорошо. Лишь бы убраться отсюда поскорее. С деньгами вопрос решен. Ну, прощай. Желаю тебе удачи. Что? Что такое? Мне надоело, вот решил подстричься. Ничего, отрастут. Есть новости от Изеля? Нет. Какие могут быть новости? Ты же говорила, что он мстит за Омера. И он не бросится за нами в погоню? Ты до сих пор не понял, да? Он не будет преследовать меня. Я буду преследовать его, если захочу. Пусть придет время. И что это значит? Кенан Биркан, ты ходила к нему? Что он за человек? Интересный, спокойный, дружелюбный, веселый и похож на ребенка.
Он тебе понравился. И что? Ты ничего ему не сделаешь? Дочка, милая, слушай меня. Этот человек не из тех, кого можно напоить, а потом обокрасть. Ты не представляешь, я столько всего слышал о нем. Вдруг он вычислит тебя. Это опасно! У него не будет времени меня вычислить. Эйшан, милая, послушай отца. Мы преследуем Кинана только потому, что Джингис так сказал. Ты же сама говорила, Эзель, Эзель. А что, если этот Кинан не убивал Бахар? Он убил ее. Что? Это Кинан. Он убил мою сестру. Животное. Он сделал кладбище у себя в доме. И после каждого убитого сажал по цветку. Даже для Бахар посадил цветок. Моя сестра — это какие-то два листика. Поэтому, папочка, ты сделаешь доброе дело для своей дочери. Ты о чем? Вот и все. Мы и впрямь больше не увидимся. Али, друг. Ты ведешь себя так, потому что Амер вернулся, но ты еще не знаешь, как будешь скучать без меня больше, чем скучал без Амера. Вот увидишь. Эфо, пока меня нет, реши, с кем ты. Ты выставил на посмешище всех. До встречи, друзья. Пожелайте мне удачи. Она мне будет очень нужна. Дамы и господа, господин Али. Господин Али покидает заведение. Твои черные брови стали мне смертным приговором. И эта беда гонит меня с места на место. Of. Oh.
твои черные брови стали мне смертным приговором. И эта любовь гонит меня с места на место. Никакие лекарства не исцелят мою рану. Спи. Слышишь? Я пою для тебя. Твои черные брови стали мне смертным приговором. И эта любовь гонит меня с места на место. Ты сегодня радостный. Приятно видеть тебя таким, Ремис. Я рад. Сегодня я рад. Вчера все получилось? Конечно, Сельма. Конечно. Наш мальчик победил великого Кенана. Ему удалось то, что не удалось мне. Оказывается, и Кенана можно одолеть. Вот мы и дождались этого дня, Ремис, дождались. Надо отпраздновать. Этот день надо отпраздновать. Недолго нам осталось радоваться. Ремис, пусть и мальчик порадуется, пусть отдохнет, расслабиться. Мы оба подписали себе смертный приговор. Не говори так, Ремис. Мы боремся с нашей главной слабостью. Эзель с Эйшан, а я с Кенаном. И они нас погубят. Сегодня я это увидел. Что поделаешь? Выхода нет. Почему? Потому, что наш безумец, Эзель, все еще любит эту девчонку. И ты поверишь, но я тоже люблю чудовище, которое сам же и создал. Алло, это Кенан Биркан. Мне надо поговорить кое с кем. Сегодня не получится. Позвоните завтра. Не выйдет. Мне надо сейчас. Что вы говорите? С кем? Я не понимаю. С Ремизом. Ремиз Карецки. Я не знаю такого. Вы его знаете под другим именем. Секиз. Позовите мне Секиза. Это я. Время пришло, мальчик. Выезжаю. Передо мною стоят препятствия, как говорил Ремис.
Если пытаться перескочить, они только вырастут. Перед каждым препятствием ты испытываешь себя. Стоит пойти вперед, как они исчезнут. Но если желаешь с ними побороться, то самая звонкая пощечина – это правда в глаза. Доброе утро, доброе утро. Как жарко на улице, знаешь? Хорошо. А я хотел назначить встречу в прохладном месте. Мы встретимся? Есть одно прекрасное место и довольно прохладное. Вокзал Хайдар-Паша. Почему вы так любите поезда? Приходи, и я тебе расскажу. Вы что-нибудь выяснили? Я расскажу. За тобой прислать кого-нибудь? Впрочем, не стоит. Доберешься на катере. Сядь на верхней палубе. Погода прекрасная. Жду тебя ровно в 2. Хайдар-Паша. А может быть, выберем место потише? Вокзал – самое спокойное место, Эйшан. В толпе тебе никто не помешает. Начни стрелять, никто не услышит. Приедешь? Приеду. Прекрасно. Принесешь на причал в 13:30. Что же ты творишь, дочка? Что ты творишь? Где ты? А что, ты придешь? Вчера ты была у Кенана Беркана. Зачем? Тебе-то что? Ты уже сделал со мной все, что мог. Пожалуйста, не звони больше. Я не отвечу. Эйшан, он опасен. Насколько? Как я? Или как ты? Мне пора. Эйшан, в последний раз. Оставь меня в покое. Эйшан, не бросай трубку. Что? Что? Чего ты хочешь? Говори. Я ненавидел тебя до смерти. Я жил ненавистью к тебе. Почему? Из-за Омера? Кем тебе был Омер? Я любила его больше всех на свете. А ты? Он был. Он. Что ты пытаешься сказать? Что ты скрываешь? Где ты? Я приеду и расскажу. Эйшан!
Это любовь. Но жертве не уйти от охотника. Эйшан, в 13:15 на причале. Мумтаз, мне кажется, что все будет хорошо. Теперь все будет хорошо. Вот увидишь. Не отвлекайтесь, я открою. Болтун. Это Эзель? Нет, мама. Кто там? Даже если прощения не будет, невозможно уйти, не попросив о нем. Невозможно своими руками отдать дочь злу. Зато возможно предавать одного человека множество раз. Ненавижу тебя. Зачем же пришла? Чтобы вспомнить. То есть ты забываешь, что меня ненавидишь? Я тоже хочу забыть Эйшан. Это так трудно? Эзель, моя сестра умерла. Вахар больше нет. Я больше не увижу ее. Как забыть такое? Откажись от мести. Оставь Кинана Беркана в покое. Оставь точку. Иначе не забудешь никогда. Откуда ты знаешь? Я тоже потерял любимую. И все еще вижу ее лицо. Стоит мне взглянуть в зеркало, как я вспоминаю. Но иногда происходит нечто такое, неуловимый миг, и боль вдруг становится легче. Что же это? Вот что. Так сделай же что-нибудь, меня научи. Как мне забыть такое? Не забывай, вспомни прошлое. Вспомни, какими мы были. Прошлое? Эзель, что ты натворил? А что натворила я? Вспомни, как было раньше, до всего этого зла. А как же зло, которое мы натворили? Забудется? Проститься? Не знаю. Возможно. Может быть, хотя бы попробуем? Я отправила Джингиза в тюрьму. Он меня простит? Вероятно, да. Вахар любила тебя. Но все же я была с тобой. Она меня простит? Уже простила. А Джан?
Он так натерпелся. Я не защитила сына. Он тоже меня простит. Да, Эйшан, да. Ты забудешь обо всем. Как, скажешь? Скажу. На этот раз скажу. А как же Омер? Это тоже забудется и простится? Как будто ничего не было? А ты? Ты можешь меня простить за него? Я? Не могу. И никогда не смогу. Но я могу отпустить тебя. Я могу оставить тебя навсегда. Навсегда. Навсегда? Ты меня видишь последний раз, Эйшан. Ты прав. Так будет лучше. Обещаешь? Обещаю. Прощай, Эзель. Дочка. Что ты так смотришь, сынок? Пока ты смотришь, двери захлопываются перед тобой. Твой ход.
А ты-то откуда? Я тоже искал тебя. Потом, вначале выслушай. Нет уж, сейчас. Сейчас, сердар. Потом, сначала выслушай. Ты заплатишь за то, что сделал дочерям, а не мне. Я делал это ради них, ради денег. Ради денег ты продавал дочь. И заплатишь за это. Прекрати, прекрати. Одна моя дочь уже умерла. Умерла, понимаешь? Она умерла, и я не дам умереть второй. Эйшан для меня все. Что ты несешь? Смотри, делай что хочешь, но спаси Эйшан. Она пошла к этому типу с пистолетом. Это я дал ей пистолет. Моя Эйшан. Сердар, она идет к Кенану? Эйшан не умрет. Не умрет. Хватит. Где она? Где она? Тургенев, отцы и дети. Однажды в юности я тоже любил. Что я только не делал, чтобы добиться любимой. Я был молод и думал, что мне все по плечу. Я понял слишком поздно, когда она решила уйти. Добиться ее любви было уже невозможно. Теперь я поумнел и не суечусь понапрасну. Стоит мне свистнуть, как явится любой, кого я зову. О тебе-то я и думал. Где Эйшан? Насколько я знаю, едет сюда. Я ведь предупреждал. Я сказал тебе не трогать ее. Почему? Что такое? Ты опасаешься дядюшку Ремиза? Боишься его? Я вижу по глазам. Но ты ошибаешься. Бойся меня, а не его. Меня не проведешь невинным взглядом. Я испорчу тебе любую игру, перепутаю все твои карты. Я достану тебя. Ты еще это не понял? Зачем ты явился? Запугать меня? Или спасти Эйшан? Или чтобы не дать Эйшан меня убить? Ты пришел спасти меня, милый? Ты пришел спасти себя. Ты так и не сказал Эйшан правду. Ты сохранил тайну, чтобы сказать сегодня. Что ты несешь? Но мы так и не познакомились как следует. Разве так принято между воспитанными людьми? Я Кенан Биркан. Рад познакомиться, Омер Учар. Я говорил, но ты не слушал. Я говорил, что не враг тебе. Я могу понять тебя как никто, Омер. И знаешь что? Доказательства. Я сегодня бросил все дела и приехал сюда. Знаешь, где твое слабое место? Я убью тебя. Скажи что-нибудь поумнее. Если запугиваешь, то запугивай изобретательнее. Что такое «я убью тебя»? Кто тебе сказал? Я как раз подошел к этому. У тебя был превосходный план, но ты слегка замешкался. Под конец, когда цель была уже близка, почему-то последний ход дается нам труднее всего. Признаю, я тоже такой. И у меня идея блестящая, в духе Альфреда Хичкока. Тебе нравятся его фильмы? Я хочу, чтобы мы сделали работу друг за друга. Ты приведешь мне Ремиза, а я завершу твои дела. Я даже сделал это, чтобы доказать тебе чистоту своих намерений. Что ты сделал? Что ты сделал? Ты отомстил им? Нет. Нехорошо. Будь у нас свое общество.
Тебя бы уже исключили. Разве можно так все бросать? С кого начнем? С Али. Есть смягчающие обстоятельства. Ему достанется меньше. Бахар Тезджан. Подожди, еще не конец. Это лишь первый. Есть еще. Чингис. Утром я навестил его. Хорошая у нас страна. Все можно уладить. Чингис не будет сидеть до суда. Я помог. Знаешь почему? Как ты думаешь? Он снова предал. А чего ты ждал, Омер? Каждому есть своя цена. Я пообещал, что он увидит Эйшан. Он уже сказал мне, кто ты. И через 2 минуты мерзавец. Но это верное поведение. Предательство, опять предательство. А наказание – смерть. На заброшенной стоянке возле полицейского участка вместо Эйшан Чингис Атай найдет свою смерть. Это второй. А следующая – Эйшан. Ведь она была твоей главной целью. Ты хотел сказать ей правду? Не волнуйся. Я скажу сам, сегодня ровно в 2. Прежде чем она попытается меня убить, я посмотрю ей в глаза и скажу, кто ты такой. Посмотрим, как она себя поведет. Чего ты хочешь? Посмотреть. Увидеть, что ты сделаешь. У тебя есть время выбрать одного. Посмотрим, кого ты выберешь, кого ты будешь спасать. Я делаю тебе огромное одолжение. Не заметил? Делаю то, что тебе по плечу. Ведь это ты мне показал, с чего начинать месть. Садись рядом. Пусть наша месть завершится. Тевфик. Эйшан! Эйшан! Покажитесь, покажитесь, ну же! В чем дело? Что это?
В чем дело? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Остановись! Прекрати! Прекрати! Остановись! Остановись! Да остановись же! За что? За что? За что? Когда Кинан спрашивает, надо отвечать. Я не могу. Не могу сказать. Кинан добрался до тебя, Джингис. Спросил, кто такой Эзель? А ты что сказал? Ничего. Я не могу. Пожалуйста, не надо. Я не могу сказать. Я не скажу. За сестру. Постой, постой. Остановись. Подожди секунду. Зачем? Что это изменит? Через секунду ты умрешь. Что мне делать? Убей ее. А если попаду в тебя, убьешь ее потом? Я не... Мы поняли, Джингис. Ты не можешь сказать, и не надо. Мы уже знаем об Амере. Откуда? Забавно, Джингис. Эзель полагает, что ты нам сказал. То есть, ты снова предал Омера? Я не предавал, не предавал. Забавно, Джингис. Ты предал его. Вот он и не пришел спасти тебя. Ну как? Кинан, мудрый человек. Мне пора. Уже два. Нет. Омер. Омер. Джингис! 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 Yeah.
Я не делал этого. Я им не сказал. Я не предал тебя. Я остался верным. Я не сказал. Ты бы гордился мной, Омер. Не называй меня Омером. Ты бы гордился мной, Омер. Я тебя не продал. На этот раз не продал. Омер. Ты не дал мне умереть. Ненормальный. Ты опять меня спас. Ты с ума сошел. Омер спас Джингиза. Не зови меня Омером. Ты что, не понимаешь? Других таких психов нет. Ты наш Омер. 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 Ты не дал им меня убить. Ты считал меня предателем, но все же спас. Омер. Прости. Прости, друг. Прошу тебя, Омер. Прошу, прости. Ничто не помешает мне тебя убить. Зачем ты показываешь мне эту фотографию? Ты просила помощи. Я помогаю. Можно я расскажу тебе одну историю, а потом стреляй? Как ни старайся, я убью тебя. Жил-был юноша. У него была семья. Друзья. Хватит. Однажды в его жизни появилась красивая девушка. Юноша полюбил ее. А девушка... Хочешь, закончи эту фразу сама. Любила ли девушка его? Может быть. Но это невозможно. Не может быть. Ты касалась Эзеля. Целовала его. Это было похоже на... О, Боже. Он так напоминал мне Омера. Ты раньше всех поняла, кто такой Эзель. С первой же встречи, увидев его в казино, я поняла, что это Омер. Что-то подсказывало мне, что Омер вернулся. Всего на миг, но я догадалась, потому что тосковала сильнее всех и хотела вернуть его. Больше всего на свете. Больше всего. Эйшан. Омер пришел, он вернулся. Омер, вот что он пытался сказать, вот почему не мог, вот что он хотел сказать. Слава Богу, Омер вернулся. Омер вернулся. Вернулся. Но возненавидев тебя, вначале он о тебе выяснил все, разузнал о твоих слабостях, потом начал действовать. Начал мстить. Вначале вывел из игры Али, потом забрал все ваши деньги. Сказал, что построит отель. Ты же поняла, что отеля нет. Это афера. Он 4 года вынашивал этот план. Какой план? Он решил обойтись с вами так же, как вы с ним. Например, посадить Джингиза. Гениальная идея.
жестокая, но гениальная. А потом он сделал то, о чем мечтал столько лет. Нет, это слишком. Поговорим потом. Что? Настоящая месть. Трудно говорить о таком, Эйшан. Почему вы так обошлись с Амером? Из-за кого это произошло? Нет. Нет, Бахар? Нет. Разве Омер умер не для того, чтобы Бахар жила? Желая мести, Эзель мечтал, чтобы все стало наоборот. Чтобы все ваши старания оказались напрасны. Омер? Нет. Я же видела. Он был там. Я видела, как он убит горем. И ты поверила? Правда? Он тебе и в любви объяснялся. Ты и этому верила? Разве смерть Бахар не месть за Омера? Разве не так? Да. Я поняла, да. Да. Новые игроки. Один из них – боец. Он никого не слушается. У него есть вредная привычка. Он сражается так, как будто добивается прощения. Поэтому он встает всякий раз, когда падает. Один из них – жулик. Мошенник. Его легко купить. Но у него дурной характер. Купи его, и однажды он продаст даже тебя. Еще один. Воспитанник дядюшки Ремиза, его ученик. Он сам не знает, кто же он. Мы пройдем мимо него и придем к старому другу. Это просто. Новые игроки, новая игра. Но настоящий соперник – прежний. Очень старый. Ему нужен не я. А? Что? Даже ему нужны не мы. Омер, я угрожал ему, обещал встать между ними. Он использовал вас, чтобы меня нейтрализовать. Сам сказал. Зачем? Чтобы добраться до дядюшки. Thank you.
Вот только одна беда. Что бы я ни затевал, время не повернуть вспять. ...1971 год, Стамбул. Рамис Карески, дядюшка, мне не вернуть тот день, когда он появился впервые. Я не могу убить его в тот день, когда он появился здесь впервые, чтобы не дать сделать меня таким. Пойдем с нами. Я же сказал, что заплачу, но не заплатил. Брось, все в порядке. Сколько он должен? Много. Ты заплатишь? Нет. Отпусти парня. Завтра он заплатит. А если не отпустим? Если не отпустите, заплатите вы. Ты впервые в Стамбуле? Я хорошо этот город знаю. Может, помочь? Отдай свой долг. Зачем ты приехал? Если не знаешь город, будет нелегко. Этому городу нет равных. Стамбул меня тоже не знает. И мне тоже нет равных. Я с тобой. Не стоит. Подожди, мы не познакомились. Кинан Биркан. Кинан Биркан. А ты? Я Ремис. Ремис Карецки. Стамбул, 2010 год. Здравствуй, друг. Время пришло, Ремис. Пришло, Кинан. Как ты мог так со мной, друг? Ведь это я. Как ты мог? Знаешь разницу между новичками и ветеранами, Ремис? Я учил тебя, что ветераны всегда уступают новичкам. И не только учил. Ты одолел всех, кто был опытнее тебя. Да, одолел. Тебе твердили, что это нереально, над тобой смеялись. Говорили, что ты не справишься один. Я справился. Как? Стал безжалостнее и амбициознее всех. Стал самым жестоким.
но ты уже не такой, Ремис. Ты постарел, размяк. Время пришло, друг. Пора новичкам занять место ветеранов. У тебя не осталось сил, чтобы меня остановить. Остались лишь слова. Да замшелая философия. Но у меня есть сила. У меня осталось немного храбрости, немного чести, немного гордости и немного сил. Все кончено, Ремис. Настали времена тех, кому плевать на храбрость, честь и гордость. Им нужны деньги. Ты и твой юный мечтатель не выстоите против меня и моего героя. Герой, которого ты воспитал? Твой герой? Это моя родная кровь, Кенан. Не смей трогать мою дочь, Кенан. Посмею. Я не позволю. Не смей трогать Эзеля. Посмею. Я не позволю тебе, Кенан. Меня невозможно остановить.